Всем привет! Привет всем! Это обзор двора, вот. Начинаем показывать с первого, вот. Вот. Как оно есть. Сейчас. Оно. Вот. Тут ступеньки. На них сидят зверюшки, вот. Такой домик красивый. А это клумбы тут такие. Красивые такие клумбы. А это паркан. Сейчас. Вот. Покажу. Вот такая дорожка выложена, ее тоже хочу показать. Вот. Это вот тут песочница. В песочнице даже игрушка лежит. Тут оно покрашено цветное. Ну и, конечно, вот тут вот выложено красиво. Тоже цветное. Дальше оно. Дальше оно выложено вот тут плиткой. Сейчас я вот тут не перейду никак, я обойду и перейду с другой стороны и покажу детальнее, вот пока буду переходить, как оно тут выложено, потому что вот такие горшочки, ведерки висят. Собственно, куда переходить. Куда переходить, вот. Тут цветы. С этой стороны, вот, если идти. Вот тут. Вот. Везде на стене метелики, бабочки. Бабочки, метелики. Вот, начинаем с вот такой вот красоты. Вот, а тут цветами так выложено, посажено, как было в птичьем городке, можно было выкладывать цветные плитки, только тут так цветами высажено. Раньше такая игра была, птичий городок. Вот там вот так плитками выкладывали. Точно-точно. Это гусеница тут такая сидит большая. Это тут выпилено, вот покрашено. Чтобы было тоже как бы красиво. О, эти птицы, я даже не могу передать их красоту. У меня телефон мутится, то что он этого цвета. Он этого цвета не воспринимает. Сделаны они очень, очень красиво. Прям не описать словами, вот как они сделаны. Ну а если нажать вернуться к цветам, то тут фигурка стоит вот такая, ой. Такая фигурка стоит. Как бы
постамент вот. Лавочка вот. Тут, кстати, тоже метелки. Бабочки. Метелки, бабочки. Это грибочек. Это вот СССР фигурки. Которые делали вот умка, заяц и хомяк. Ой, напугали меня. Хоть забежу собаку. Ой, оказывается, можно начать. Я извиняюсь. Напугали слегка собаки. Ну, бывает. Это вот тут вот такой домик. Это гномик вот. Статуя такая вот со звездой вот. Ёлка вроде бы как. Из дерева сделано. Ну, непонятно. Ёлка, не ёлка. Это сделаны русалки. Вот. Русалки. Русалки сделаны вот. Такая красота. О. А это хрест. Я подумал, это батон же брехневил. Но он сделан из этого, из железа. Из железа сделан. Даже туфелька сделала. Красота тут. И русалочки. Вот такой гномик. А это дровянчики. Вот. Дровянчики сделаны вот тут так красиво. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще покажу не раз интересные видео.